посмотри, посмотри. Посмотри, до чего красиво, а? Черт его знает, чего наворотили, а? Сына. А ведь она, пожалуй, здесь будет шире Дона, а? Шире? Определенно шире. А я так хорошо думал, Петр Михайлович, что ты раньше 20-й не приедешь. Да я и не к тебе вовсе. Я на охоту еду. Вру, Сеня, вру! Специально заехал. Мне сегодня ночью Серго звонил. Тебя за электростанцию орденом награждают. Меня? Да, тебя. А Лопатина? И Лопатина, и Верочку большую, и маленькую, и Лопатина всех. Всех, Сеня, всех. А тебя, Петр Михайлович? Чего? А тебя? Меня? А меня за что? Ты мне вас что скажешь? Как пойдет? Ну что, что? Ой, что случилось? Стой! Погоди! Пусти! Я ее к чертовой матери с канала выгоню. А ее за что? Ты меня выгонишь? Петр. Это кто же? Жена? Да никакая она ему не жена. Ты мне тут брось театр устраивай. Погоди, погоди. А кто же? Невеста? А в чем же дело? Она меня сама просила. Ничего не понимаю. А чего тут понимать? Сами видите, какая красивая. Да. Вот за ней все и ухаживают. В театр зовут. Да. Замуж зовут. Она на практике. Ей заниматься нужно. Вот я и пугаю. Пугаешь? Ну и придумал. Нет, ты уж больше не пугай. А как тебя? Как тебя зовут-то? Ибрагимов. Ибрагимов? Динамитчик? Да. Так это твое предложение вести канал через Соколиную гору? Его, его, Петр Михайлович. Молодец. Только боюсь. Нам не поднять. Почему? Семен Александрович, транспорт затрет. Сропсилы не важны. А главное, боимся обвала. Вот профессор Соловьев. Соловьев? Соловьев. Соловьев всего на свете боится. Вот. Соловьев здесь тоже боялся. Говорил, болото. Говорил, осядет. Да-да. Сам видишь, не осела. Сам видишь, как красиво получилось. Красиво? Красиво. Чего хорошо. Ди Вольке. Облако. Дер Гиммель. Небо. Отвечает Дер Фогель. Фогель. Дер Вальдман, лесник. Ружье. Ружье, ружье, ружье. Забыл. Майн либер доктор Пиллерман Зидерма... Опять забыл. Айн Пюпхен Ан. Счастливый у тебя Бог, Петр Михайлович. Это насчет чего? Должен был я, товарищ Шахов, тебя сегодня убить. Ну? Да вот и не убил. Сегодня за тобой по лесу, как в тумане, все место выбирал. Сперва решил возле дуба, потом на болоте. А на болоте вспомнил,
Мужики просили узнать, пройдет канал через Соколиную гору, аль нет. Ага. Мужикам интерес, ежели через Соколиную гору. Болотом конец. Да-да. Я тебя спросил, а ты так ласково объяснил. И взяла меня тоска. Думаю, все одно пропадать. Убью, пропаду. Не убью, тоже пропаду. Думаю, зачем двоим пропадать? Не поднялась на тебя рука, Петр Михайлович. Так. На вот возьми на память. Медвежьи. Спасибо. Попал я к нему словно в капкан. К кому? Не знаю. И кто этот человек, не знаю. И откуда про меня все узнал, тоже не знаю. Часто он к тебе приходил? Раза четыре. Очень уж ты им поперек дороги стоишь, Петр Михайлович. Да. Как говоришь, радуются мужики каналу. А? А что? Что они говорят? Ну, расскажи. Так все как... Слушай, Иван Герасимович, а что, если подрядить колхозников на работу, на канал? Это можно. Можно. Надо только с Федотьевым потолковать. С Федотьевым? А далеко до Федотьева? Да нет. Километров 8. Всего? Не более. Поехали к Федотьеву. Потуши костер. Ну, собирайся, убирайся. Ерунды. И сам не болтай. Здравствуй, Володь. Здорово, что есть. Ты что, не покроешь голову? А? Течет? Ты мне скажешь, в чем я виноват перед тобой, я попрошу тебя прощения. Но зачем ты издеваешься, Володь? Я звоню тебе по телефону, ты вешаешь трубку. Я пишу тебе записку, ты возвращаешь ее обратно. Ведь по логике вещей обижаться должен я. Ты приклеил мне политические ярлыки, наговорил на меня 40 бочек арестантов. Но ты не привел ни одного довода против статьи Нади Колесниковой. Я не мальчишка. Володя. Девчонке не нравятся порядки у меня на заводе. Пускай убирается к чертовой матери. Я тебя спрашиваю, выполняю ее план? Выполняю или нет, скажи мне. Выполняю. Так не мешайте мне. Христом Богом прошу, не мешайте. А кто тебе мешает? Кто? Рабочий? Колесников? Видите ли, она осмелилась написать о том, что конвейер может дать больше, чем из сумасшедших сверхурочных и штурмовщин. Дешевая демагогия. Может быть, тебе мешает партийная организация, которая считает, что права Надя, а не твой Авдеев. Авдеев — технический авторитет европейского масштаба. А его Авдеева ненавидит весь завод.
Так слушай, Савка, не выйдет. Я до Москвы дойду, до ЦК. Вы из меня хотите делать пешку? Балана, не выйдет. Мы хотим напомнить тебе, что ты большевик. Да? Вот как? Ну так став вопрос на бюро. Официально став. Володя. Оставь. Володя, не сходи с ума. Володя, тебе говорю сейчас самолюбие, маленькое паршивое самолюбие. Самолюбие, самолюбие. Мне в город нужно. Володя. Приедет Шахов, Колесников, поговорим, обсудим. Тебе же, дураку, самому легче будет. Мне нужно в город. Понятно? Нет, сегодня обратно. Да что ты, ну? Валерий Петрович! Здорово, здорово. Володя! Еще злится старый черт. А чего на него взъели? Золотой же старик. Да, золотой. Да ничего ты не понимаешь, золотой. Что такое? Что? Что такое? Мы обычно ссоримся с тобой на пятой минуте. Дурак. Сенька, ну? То есть, простите, товарищ орденоносец. Я надеюсь, вы на сегодня не назначили никаких дел. Сенька, на озере так хорошо. Ну, пойдем. Мы сейчас пойдем. Александровичу, наша нижайшая. Наша нижайшая. Товарищ Федотик. Здравствуйте. Ты что, ко мне? К вам. Насчет канала приехали. А что такое? Дело есть. Я сейчас. Ну что ж, докладывай. А, здорово. Не дай вам Бог, товарищ хороший, такого страху испытать, как я испытал. Из-за страха все это и приключилось. Запачканный я человек, кулацкий сын. А он про все это узнал. Ну и спрашивал. Все про Петра Михайловича спрашивал. Надо было ему знать, где мы с Петром Михайловичем бываем, что мне Петр Михайлович рассказывает. Я ему точно все и передавал. Скажите, Иван Герасимович, он что, назначал день? Предупреждал, когда придет? Он всегда вдруг приходил. Только я приметил, как он придет, так уж я знаю. Петр Михайлович аккурат на охоту приедет. Ну, вопросов больше нет. Иван Герасимович, ты не обедал? Пойди пообедай. Пойди, пойди. Петр. Чего тебе? Арестуйте меня, пожалуйста. И вам спокойнее, и мне. Это ты к начальству обращайся, а я человек заинтересованный. Вот. Иван Герасимович, вам бояться нечего. Идем обедать. Ты что, испугался? Черт его знает, в голове не укладывается. Бред какой. Почему бред? Такой бред называется классовой борьбой. Ну что, Дубок, ты с ним говорил? Уехал.
обиделся, накричал и уехал. Нужно поставить вопрос о металлисте на бюро и вправить мозги старику. Он сам требует официальной постановки вопроса. Да. Ну, раз требует, уважим. Только зачем на бюро? Ведь конфликт у Дубка не с бюро, а с рабочим классом. Поедем на завод, поговорим и послушаем, что народ скажет. Ну, ладно, хватит, пошли купаться. Петр Михайлович! А, Сергей Александрович, ну, поздравляю. Виноват. Поздравляю. Поздравляю. От имени канал Строевцев пролетарское спасибо. За что? С Федотием договор заключил. Колхоз дают 500 грабарей и 200 подвод. Молодец, Сеня. Ну, а при чем тут я? Спасибо за урок, Петр Михайлович. Канал пройдет через Соколиную гору. Значит, объективных причин больше нет. Но ведь мы существуем. Правда, в тени, незаметно, но существуем. И честное слово, Лев Ипполитович, это многого стоит. Имеет смысл потерпеть. Но мне надоело присмыкаться перед хамом и тупицей. Дубок не тупица. Далеко не тупица. Неужели вам неприятно, что старый умный Дубок, друг Шахова, директор крупнейшего в Союзе завода, только модель директора в ваших руках? В ваших руках одна треть тракторов и одна пятая танков страны. А неприятностей сколько? Ну, вы просто привередник. Дубок вас любит. В наркомате ценят. Я не ребенок. Когда тому же Пятакову надо будет выбирать между партийной организацией и беспартийным инженером, так он первый меня выгонит. К чертовой матери. Пятаков вас не выгонит. Шутите? Нет. Доверяю. Маг и волшебник. Окрылил. Окрылил. Слушайте. Сергей Васильевич, завтра у нас на заводе собрание. Может быть... Какое собрание? Очередная выдумка Шахова. Выезд крайкома для публичной экзекуции нашего друга, Владимира Петровича, с привлечением партийных и беспартийных строителей... Старый дурак! Ну что же вы раньше молчали? Да вы понимаете, что это значит? Критика. Самокритику им нужно. Модные штучки в демократии играют, сволочи. Сергей Васильевич. Самокритика. Шахов хочет правды. Ну что ж, пойдем навстречу желаниям Шахова. Эту правду скажете вы. То есть как? Да, вы. Зачем вы пришли? Сколько раз я вам говорил? Откуда? Кто это писал? Не знаю. Владимир Петрович, ты себя непотребно ведешь. Ты болен? Я... У тебя температура, езжай домой. А нервную дамочку себе не строй. Что за дергивание? Это форменная склока. Ты послушай, о чем они там говорят.
А ты издай приказ. Всего числа самокритику запрещаю. Беспокоит. Директор Дубок. Спасибо. Уважил Петр Михайлович. Поддержал старика. Ты не думаешь, не рассуждаешь, а обижаешься. Что с тобой сделалось? Ну, уже сперва разобраться. Разберемся. Надо будет поддержим. А если придется, на авторитет не посмотрим. И ударим, крепко ударим. Это я тебя по старой дружбе предупреждаю. Пожалуйста, да, пожалуйста. Да, тут да. Я спокоен. Ты увидишь, что прав. А в ней без вашей Нади сегодня такое сделали, что... Ты в этом уверен? Уверен. Ну-ну. Посмотрим. Посмотрим. Неправда. Мы не Луну с неба предлагаем доставать, товарищ Авдеев, а мы предлагаем простую и технически возможную вещь. И вы нам ни разу еще не доказали, что этого сделать невозможно. И я требую от вас прямого и точного ответа. Я утверждаю, что в основе всех этих аргументов лежат трусость и нежелание пошевелить мозгами. Мы требуем прямого и точного ответа. Возможно или невозможно перевести конвейер на новый режим? Я не понимаю вашей нервозности, Надежда Филипповна. Может, вы все-таки ответите, возможно или невозможно реализовать предложение товарища Колесникова? Видите ли, теоретически техника не знает невозможных вещей. Их нет. Как видно, есть. Вы на простой вопрос ответить не можете. Возможно, но отчего? Мало тебе вас. Так почему же вы замораживаете ценные предложения? Да что вы его вопросами донимаете? Дайте ему высказаться. Мне действительно было бы легче. Ну, раз легче, нужно дать. Пожалуйста. Пожалуйста, Левкольц. Спасибо. Товарищи, я плохой оратор. Вы знаете, что я всегда заранее пишу свои выступления. Вот и сегодня я тоже написал. Вот здесь я доказываю, что проект товарища Колесниковой невероятно рискован и фантастичен. Здесь я ссылаюсь на крупные авторитеты, на консультацию Москвы. Чего ты тянешь? Читай! Нет, товарищи, это я читать не буду. Мне, товарищи, очень больно. Очень больно, потому что я только сегодня, только на этом заседании узнал правду, горькую правду, которая опрокидывает все мои доказательства. Видимо, в моей психологии, в психологии старого инженера, живет эдакая обломовщина, эдакая боязнь риска, которые и заставили меня отнестись отрицательно и к предложениям Надежды Филипповны, и к предложениям других товарищей. И никто мне этого раньше не говорил. Пробовали. Да, да, Надежда Филипповна, вы пробовали. Но я вам не верил. Не верил, потому что для меня был только один авторитет. Владимир Петрович Дубок. А он не только меня поддерживал, не только защищал, но и направлял. Я думаю, Владимир Петрович подтвердит, что я был четким и послушным исполнителем его идей, его установок. Его воли. Врешь. Я наравне с Владимиром Петровичем несу ответственность за то, что каждое проявление чужой инициативы, каждое слово критики мы рассматривали как нарушение наших прерогатив. Что он говорит? Что он говорит? Он правильно говорит. За все это, товарищ, надо расплачиваться. Потому что неисправленная вовремя ошибка с
становится преступлением. Зря вы на Володку все валите. Я тебе говорю, все это Авдеев. Он перед стариком Юлией лижет. Она же размяк. Владимир Петрович, ты не скажешь? Скажу. Все это правильно. И в то же время неправильно. Ну, ты скажи, что правильно, что неправильно, скажи. А? Скажу, скажу. Сукин ты сын! Дубок, лучший директор, член крайкома, столб партийной организации, перерожденец. Вот, Яша, сумейте найти в человеке эдакий винтик. Повернуть его, и человек кончился. А морально уничтожить человека, это гораздо важнее, чем его просто убить. А самое замечательное, Авдеев теперь главный праведник. Сейчас, в эту минуту, он на квартире первого секретаря крайкома, товарища Шахова, распивает чай с вареньем. Каково? Так вот, давайте поможем Авдееву с конвейером. Упаси вас, Боже. Диверсии сейчас после истории с Лесником? Ну и что? Мы уже получили хороший урок. Кто их писал? Друг или враг? А если это ловушка? Вы понимаете, что может быть, если они найдут вашего идиота Крючкова? Сергей Васильевич, о покойниках плохо не говорят. И не сочтите это хвастовством, Петр Михайлович, но я надеюсь, что 112% это еще не предел. По танкам мы можем добиться 120, 122. Да, мы примерно так и думали. Я и предполагаю в Москве докладывать именно в этом плане. Но надеюсь, нас там тоже не будут ругать. Зачем же ругать? Хвалить будут. Слушайте, товарищ Авдеев. Я слушаю. Вы не находите, что для вас сейчас самый подходящий момент подать заявление об уходе? Вы уже однажды сделали одно очень большое дело. Вы нашли в себе мужество сказать, что вы и Дубок стали поперек дороги замечательному движению, которое началось на заводе. Так будьте мужественны до конца, Лев Ипполитович. Уйдите. Я не понимаю вас, Петр Михайлович. Я тоже многого не понимаю. Я вот, например, никак не могу понять и поверить, что Дубок, как вы говорили, целиком управлял вами, всеми вашими помыслами и поступками. Авдеев, вы же умный, опытный человек, крупный инженер, вы же личность. Ну, скажите откровенно, какие цели вы преследовали во всей этой истории? У вас ведь были какие-нибудь определенные цели. Вы хотите сказать, что я... Умышленно? Вы не ребенок. Вы знаете, что народ говорит? Народ говорит, что вы вовлекли Дубка в свою борьбу с Колесниковой,
А когда вам стало ясно, что движение вас все равно сломит, вы подставили Дубка, а сами стали на его место. Значит, меня обвиняют в карьеризме. Но не все ли равно, как это называется? Важно поведение. А поведение ваше, простите меня, нечистое. Давайте говорить откровенно. Ведь вы пришли к руководству завода не совсем чистыми методами. А дело движений, которое сейчас поднялось из самых низов, удивительно чистые. Люди показывают себя как большие хозяева жизни. И для того, чтобы этим руководить, нужны чистые руки и очень чистые мысли. А у вас? У вас нехорошо у вас получилось. Нехорошо. Куда мне направить заявление? Если вы не согласны, тогда деритесь. Но не уходите с обидой. Докажите, что мы не правы. Ведь у нас, так сказать, только моральные соображения. Так что давайте. Нет, Федор Михайлович, лучше не надо. Я ведь знаю, меня на заводе не любят. Но я вот боюсь, не вызовет ли мой уход нехороший политический резонанс. То есть? Ведь вы же сами говорили, что я работал хорошо. Да. Значит, получается, что меня снимают за то, что я откликнулся на призыв о самокритике и посмел критиковать члена крайкома и вашего друга Дубка. Вот что, товарищ Авдеев. Для нас, большевиков, самокритика – это основное моральное качество советского человека. На это не откликаются. Это есть внутренняя потребность гражданина преодолеть все плохое в других и в себе. А для этого прежде всего нужна смелость. А вы уж извините меня, вы использовали самокритику по принципу. Я сам себя ударю легче, чем ударит другой. А насчет члена крайкома и моего друга Дубка, Дубка мы тоже снимаем. Кому мне прикажете сдать дела? А вот вы отлично знаете всех наших людей на заводе. Скажите, кого бы можно было там выдвинуть? Из заводских? Да. Да, я просто не знаю. А что вы скажете насчет Колесниковой? Надежда Филипповна? Да, Надежда Филипповна. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Мы тебе не помешаем. Господи, Боже мой, неужели я один такой непроходимый болван? Или другим секретарям так же трудно? А что случилось?
понимаю. Будь я на месте Авдеева, я бы дрался, вопил. Я бы не знаю, что я сделал. А он... Почему он даже не возражал? Ты что, его съел? Да. Если есть глупые враги, которые охотятся за секретарями крайкомов, то могут быть умные враги, которые действуют иначе. Могут или не могут? Ты знаешь что-нибудь определенное? К сожалению, я еще ничего не знаю. Ты все-таки скажи, что тебя так волновало? Это тупость. Собственная тупость. Не так работаем и не так думаем. Надя Колесникова, вот к кому надо идти на выручку. Ведь если стихийно возникшее движение на заводе дало нам 120% вклада, вытащило за ушко на солнышко такого подлеца, как Авдеева, дает нам таких замечательных людей, как Лазарев, Ибрагимов, Колесникова, то что же нам может дать организованное, возглавленное движение, ты понимаешь? Очень хорошо понимаю. Понимаешь? Да, 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 боюсь. Боюсь, я его боюсь. И не хочу больше, не хочу. Ну, поймите. Интересно, продолжает Лев Политович? Отпустите меня. Я уеду. Я буду тихо работать, тихо жить. Я... Да перестаньте вы цокать! Простите, сверхурочная работа. Статистикам тоже нужно кушать. Она что, только умножает или делит тоже? И умножает, и делит. А теперь вы уже пища. Что? Теперь вы уже дали повод. Пищу для размышлений. Шахов ничего не знал. Иначе он не пустился бы с вами в моральное рассуждение. Надо было протестовать. Протестовать? О, вы его плохо знаете. Я его отлично знаю. Никаких заявлений вы писать не будете. Вы напишите письмо в наркомат Пятакову с протестом. Сергей Васильевич. Не будьте идиотом. Вас не за что снимать. А Карташов в Москве нажмет, где нужно. Вы останетесь на заводе и будете директором. Вы рассуждаете так, будто вы секретарь крайком. Я ему. Спокойной ночи. Худо, дядя Сережа? Худо, Яша. Худо. Редкий случай. Вы со мной сразу согласились. Сергей Васильевич, помните, вы как-то изволили сказать, что если найти в человеке этакий винтик... А скажите, поможет Авдееву, если я найду этот винтик во втором секретаре крайкома? Товарищ Земцове. Что? Володя? Угу. Может быть, тебе скучно? Может быть, позвать кого-нибудь? Не надо. Не надо. Ну, выпей. Да. Надо, надо. Время, время. Да ты. Фу, какая вся. Скажи им, не могу я. Что ты, что ты? Никого же нет. Уйди, мать. Иди, отдохни.
Здравствуй, дядя Володя. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Товарищи просили передать привет и пожелание скорее выздоравливать. Спасибо. Дядя Володя, какая температура? Нормально. Второй день. Уйди. Уйди, Надежда. Понимаешь, ты не могу я. Владимир Петрович, я к тебе по делу. За советом. Советом? Хватит. Уже советовал. Уйди, Надежда. Видишь, я больный. Имею я право болеть. У меня бюллетень. Вот. Ну, хорошо. Если гонишь, уйду. Но только вот что, Владимир Петрович, мне сказали, что ты болен. Я знаю, что тебя нельзя волновать. Но если старый рабочий, старый большевик Дубок может помереть от самокритики, туда ему и дорога. Я даже не заплачу. Полегче, ты. А что полегче? Что полегче? Ты же сам учил меня резать правду в глаза. Знаешь, что Шахов сказал? Он сказал, что самокритика – это основное моральное качество советского человека. Он сказал, что тот не большевик, кто не сумеет преодолеть себе самолюбие, обиды, стыд. А ты что? Где это он говорил? На партактиве. Где? И обо мне? Ага. Я тебе говорил. Ну? Дядя Володя, Шахов созывает краевое совещание ударников. Ну? Я выставлена докладчиком от завода. Хорошо. Но я буду говорить, как мы добились 120%, как мы дрались с Авдеевым и с тобой, конечно. Конечно. Понимаешь, не только я, а все. Все-все считают, что ты должен быть на этом совещании. Понимаешь, просто невозможно, чтобы тебя не было. Дядя Володя, думаешь, народ не видит, что ты влип с этим сукиным сыном Авдеевым? Думаешь, я не вижу, что ничем ты уже не болен? А просто со стыда сгораешь. Да тебя же любят, старого черта. Да ну тебя! Ну что, Петр Михайлович, Петр Михайлович? Это невозможно. Как ты тихо? Я ты пробовал? Ты попробуй! С таким народом можно какие дела делать? Петр Михайлович. А, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что скажете? Ваши товарищи, идите, я вас догоню. Что случилось? Петр Михайлович, меня... Меня не приняли в комсомол. Ну что же, в другой раз подашь. А за что отвели? Меня отвели за то, что я красивая. Что я кокетничаю и могу скомпрометировать комсомол. Это кто же сказал? Алеша Ибрагимов. Ибрагимов? Да. Ах, Ибрагимов, динамитчик. Как так, ну? Ну чем я виновата, Петр Михайлович? Я теперь даже не завиваюсь. Кругом такое делаю. Все теперь в бригадах изобретают. А я тоже хочу быть такой, как Надя Колесникова. Петр Михайлович. Ты хочешь быть такой, как Надя Колесникова? Да. Умница. Молодчина. Правильно. Семен, иди сюда. Как твоя фамилия? Лосева. Лосева. Ты будешь на совещании ударник? Нет. Почему? Меня сперва хотели послать. Так. У меня было два предложения по учету кладки бетона.
Потом он сказал, что мои предложения сущая ерунда. И что Черноземов их принял только потому, что я красивая. Это кто сказал? Алеша Ибрагимов. Опять Ибрагимов? Он тебя любит. Кто? Алеша? Да, любит и ревнует. Нет, он меня терпеть не может. Он меня воспитывает. Воспитывает? Такую ерунду порит, что уши вянут. Слушай, Семен, Ибрагимов воспитывает. Ну, вот что, товарищ дорогой, приезжай к нам на совещание ударников, все уладим. Непременно приезжай. Пошли. Люби, а девушке жизнь не порти. И кроме того, если ты не женишься, другие женятся. Например, Кац. Чего смеешься? Смотри, брат, а то сам женюсь. Даю тебе сроку 10 дней. Дорогие товарищи, разрешите начать с небольшого признания. Мы не знаем, как назвать наши сегодняшние совещания. Краевой комитет партии ясно и четко определил его цели, его задачи. Но вот сформулировать название мы не смогли. И это, пожалуй, не случайно. Кто вы такие, сидящие здесь? В какие графики? Какие тарифные сетки можно уложить в волну могучего народного подъема, который ежедневно, ежечасно, ежесекундно рождает на свет невиданные еще в истории человечества формы отношений к труду, жизни, отношений человека к человеку. Уже вырисовываются прекрасные черты нового свободного человека, творца и преобразователя. И то, что мы можем таких людей позвать и посоветоваться, как нам дальше жить и работать, это, товарищи, нужно понять. В этом наша сила, и эту силу победить невозможно. Можно разбомбить города, можно взорвать заводы и сверху, и снизу, но невозможно сломить, победить и уничтожить народ, который не только понял, не только осознал, но и осуществил вековую мечту человечества. И это, товарищи, тоже нужно понять. У нас все еще только в лесах, в стройке. Мы еще только карты рисуем, чертежи будущего. А мы грешным делом избаловались. И не замечаем, какие изменения происходят у нас в жизни, в психологии людей. Вот сегодня пришла ко мне одна девушка. Очень красивая девушка. О чем мечтали такие девушки лет 5 тому назад? Кто был их идеал? Какая-нибудь Мэри Пикфорд. Киноартистка в красивом платье. А вот сегодня эта девушка мечтает быть такой, как Надя Колесникова. Ну а что в ней особенного в Колесниковой? Курносая, злючка,
Я бы, конечно, мог вам рассказать, почему она мечтает быть такой, как Надя Колесникова. Но я думаю, это сделает лучше меня. Слово для доклада имеет директор «Красного металлиста» Надежда Филипповна Колесникова. Нарушили демократию. Надо бы президиум избрать. Да не надо президиум. Я пускай Колесников говорит. Пожалуйста, Надежда Сергеевна. Товарищи, я считаю, что в моей характеристике Петр Михайлович перешагнул грани дозволенной критики. И, к сожалению, забыл о самокритике. Я оставляю за собой право поговорить о носах и характерах в другой раз. А сейчас позвольте мне поделиться с вами опытом нашей работы. Основное правило, которое мы усваиваем на «Красном металлисте», не надо бояться. Не надо бояться техники. Не надо бояться перешагнуть установленные нормы. Не надо бояться испортить хорошие отношения с начальством, если оно не право. С настоящими большевиками самокритикой отношения не испортить. Мила. Вы ее знаете? Колесникову. Дура. Обожающая Шахова дура. Шизофреничка. Разве? Да. У нее очень толковый доклад. Да. Ничего не поделаешь. Это уже явление эпидемическое. Растут. Лезут. Четверти 10. Я буду даже рад, если он сегодня не приедет. Что? Ужасно болит голова. Послушайте, Пятаков, перестаньте играть со мной в кошки-мышки. В конце концов, мне это надоело. Вы обещали поддержать Авдеева. Вы намерены выполнить ваше обещание? Ради бога, тише. Давайте помолчи минуту. Я думаю, нам придется пожертвовать Авдеевым. Не стоит связываться с Шаховым. Проиграли. Вы с ума сошли. То есть как? Значит, все на смарку? Опять все начинать сначала? Это же катастрофа. И потом, я не понимаю, как же так предать человека? Просто подлость. Простите, пожалуйста. Георгий Леонидович, дорогой мой, но ведь клянусь вам, так же нельзя. И потом, вы не учитываете, как воспримут наши люди? Ничего. Злее будут. А потом, знаете, Ильич, пора понять, что все эти психологические эксперименты в духе Федора Михайловича Достоевского и вашего друга Боровского себя не оправдали. Возьмем хотя бы «Красный металлист». Проиграли? Георгий Леонидович. Проиграли. Скажете, случайно? Нет. Не случайно.
И мы, руководители, обязаны это понимать. Обязаны понимать, что это закономерность, что это воля, которую можно сломить только штыком, только 12-дюймовым снарядом, только фугасными бомбами, корпусами солдат, которых у нас нет. И нам нужно их получить во что бы то ни стало, любой ценой. Я опять получил письмо от Троцкого. Он крайне недоволен нашей медлительностью, нашей вялостью. И он абсолютно прав. Скажите, пожалуйста, он там договаривается с большими людьми. Втягивает в игру целое государство. Клянется Марксом, Богом, чертом, что мы сила. А мы занимаемся мышиной поздней. Надо, наконец, стать реальными политиками. Надо создать впечатление, что мы сила. Короче, надо провести несколько эффектных мероприятий. Хорошо организованное стихийное бедствие прекрасно поднимает ярость масс. Ага. Вот, да, 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 да. Но не забывайте, железную дорогу можно починить, завод также. А вот человеческие головы вновь не отрастают. Приехал. Акимич, да? Вы должны ему сегодня твердо обещать Шахова. А вы уходите? Вы хотите, чтобы я один? Алексей Демидович, голубчик, ничего не соображаю, смертельно болит голова. Вы идете, ничего у вас не болит. Но не болит. Так нужно. Помните, последнее, что у нас осталось. Соглашайтесь. Соглашайтесь на все. Негодяй. Войдите. Добрый вечер. Здравствуйте, господин Тепп. Пятаков болен и поручил мне переговорить с вами. Вы что-нибудь решили? Решили. Прошу вас, пожалуйста. Прошу вас. Благодарю. Простите. Я вас слушаю. Товарищ Пятаков передал мне о вашем неудовольствии. Но видите ли, диалектика учит нас тому, что политика — это взаимодействие силы и времени. Нельзя ли поконкретнее? Конечно, конечно. Так вот, очередная наша задача — это отстранение, или, вернее сказать, устранение отдельных руководителей, но главным образом — ликвидация крупных промышленных объектов. Меня в первую очередь интересует будущее Шахова и канал «Строй». Конечно, конечно, и канал «Строй».
Сколько хочешь бери. Везде в город жена помирает. Ибрагимов? Петр! Скорее вези в город, Петр Михайлович. Что-то Наташу такое? Придавила. Может, помирает Наташа? Спокойно, спокойно. Нет ни одной машины, сволочь. Сколько машин? Петр Михайлович, дорогой. Поедешь, поедешь, только скажи, а что там? Что там, что там? Обвал на Соколиной горе. 42 человека, 19 убитых. И Наташа Саша. Я виноват. Я предлагал вести через Соколину. Не болтай ерунды. Кроме тебя виновные найдутся. Петр Михайлович, дорогой, вези в город. Не плачь, не плачь. Все обойдет. Емельян, вези его в город. Петр Михайлович, а вы? Вези, тебе говорят. Петр Михайлович, возьмите кожан. Неверно. Чушь. Это не так надо было делать. Не так. Этот канал вам дорого будет стоить. Теперь все шаховские ищейки пойдут по вашему следу. Да вы понимаете, что вы натворили? Понимаю. Взорвал канал. 19 человек убитых, а раненых... Раненых я не считал. А вы что, завидуете, да? Завидуете? Чикались вы со своим дубком целых 5 лет, а тут одним ударом. А еще говорить я о партийных делах не разбираюсь. Когда придет Дронов? Не знаю и знать не хочу. К черту! Я больше ничего делать не буду. О-хо-хо-хо-хо. Смотрю на вас и думаю. Тут бывают профессиональные революционеры, профессиональные контрреволюционеры. А вот вы и профессиональный склочник. Ничто вас не устраивает. ВКПБ вас не устроило, мы вас тоже не устраиваем. Так что вас к нам потянуло? Ну, я деньги люблю, баб люблю. А вы что? Вы же гомеопат, пилюля. Пошляк. Я буду протестовать, я буду писать в центр. Честное слово, Пятаков не глупее вас. Слушайте, наш уважаемый директор музея революции товарищ Брянцев ведь ни черта с этим Дроновым не сумеет сделать. Возьмитесь-ка вы. Не хочу. Сергей Васильевич, а? Я к вам буду подлизываться. Ведь это по вашей специальности. Шибочки, страстишки, винтики. Не буду. Дронов. Нет, будете. Товарищ Дронов! Здравствуйте, товарищ Дронов. Здравствуйте, дорогой. Вот зачем ты меня звал. Ну, как живете, товарищ Дронов? Да ничего, живем. Угу. Да. Пока. Подожди, товарищ Дронов. Разговор же у нас. Нечего нам разговаривать. Шкурник! Это кто шкурник? Вы. Мы думали, вы революционер. А вы жрете пайковую селедку, а на судьбу рабочего класса вам наплевать? Вы что, ослепли? Не видите вашего товарища, старого дубка, травят, в могилу загоняют. А рабочие молчат. Стыдно. Дубка задела рабочие крылья, а теперь он сам во всем согласился. Рабочие сам согласился. Эх, Дронов, Дронов, что с вами сделали? Растлили, исковеркали. Рабочий товарищ Дронов не продаются за ударную карту. Ну, ты за рабочий класс не болельщик. Знаю, я вас насмотрелся.
Радость и ту вы мне отравили. Люди кругом, как на празднике, стараются, выдумывают, как лучше. С песней работать стали. А я... Сынишка у меня, пионер, спрашивает, почему я не в партии. А что я ему отвечу? Что? Что я, как последняя сволочь, вместе с тобой партию продавал? Да я с тех пор работал, как грехи замаивал. Мне теперь доверять стали, я человеком стал. Бросьте, ребячица. Ну, кому вы хотите замазать глаза? Вы, бузатер, активист оппозиции, исключенный из партии за подпольную работу. Ну, кто вам поверит? Кто? Так это когда же было? Ну, вы же сами в газетах писали, что подходить от оппозиции. Так чего вы теперь от меня хотите? Ну, скажи, чего ты хочешь? Чтобы ты, товарищ Дронов, остановил главный конвейер. Я? Чтобы я! Да я же на нем 5 лет работаю. Товарищ, я же его собственными руками, сволочь! Запугать хочешь? Врешь, ты запугаешь! Задержать! Дерьмо. Да. Я. А, конечно, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Пошлите немедленно 2 машины в Боткинскую больницу. Еще машину подавать надо. Ну хорошо, скажите, что послали другую машину. Ну чего, товарищ? Разрешите папиросочку. Да, в 9 часов. Товарищ Зинцов, вот я хотел спросить у вас. Правда, что вы сидели в Орловском централе? Правда. А почему это вас интересует? И долго вы там сидели? Нет, недолго. В чем дело? Товарищ Зинцов, вы не помните по Орлу некоего Нелюбина? Что такое? Какого Нелюбина? Ротмистра Нелюбина, которому вы очень многим обязаны. Что за бред? Что вам нужно? Сядьте. Сядьте. Я имею честь представлять генеральный штаб дружественного нам государства. Это местный коммутатор. НКВД? Пожалуйста. Звоните. Скажите, я бывший провокатор Земцов по кличке Шустрый, проваливший в Омске большевистскую типографию, довожу до вашего сведения, что у меня в кабинете находится опасный шпион. Так. Чего вы от меня хотите?
мы хотим, чтобы долго здравствовали на пользу социалистического отечества. Но мы также хотим, чтобы вы не забывали, что есть люди, которые знают, кто такой товарищ Земцов. И что эти люди имеют все основания ждать от товарища Земцова поддержки в трудные минуты жизни. А что вы называете трудными минутами жизни? Ну, всякое бывает. Вот, например, нужно поддержать честного специалиста Авдеева. Другие вопросы, о которых вам будет доложено своевременно. А если я не соглашусь? Я умоляю вас, товарищ Земцов, пощадите себя. Вы еще так молоды, вас ожидает такой блестящий... Довольно, поручик. Что? Как вы сказали? Я сказал, довольно, поручик Владиславский. Вы еще зелен мне вербовать, ваше благородие. Это вам не Соколиная гора. Понятно? Слушаю. Савелий Миронович? Здорово. Так? Хорошо. Хорошо, хорошо. Грубо работаете, поручик. Позвольте. Не позволю. Вы резидент? Так точно. Какое вы имеете право лично заниматься вербовкой? Да еще так нахально и глупо. С кем имею честь? Вы не в строю. Да. Ну, будем знакомы. Поручик Владиславский. Простите, капитан. А, ну поздравляю вас, капитан. Все. Простите, товарищ Земцов. Ну? Это вы нам прислали записку о леснике? Что? Перетрусили? Так точно, перетрусили. Да. Петр Михайлович? Хорошо. Бегу, бегу. Ступайте. Нет, не нужно вызвать ко мне в 11:30 начальников всех отделов. Вернуть из отпуска Гурьева. Нет, все. И объясни им, пожалуйста, как следует всем объяснить, что партии нужны не сыщики, не Шерлок и Холмс. Напомни им, что покойный Дзержинский не раз говорил. ЧК должна быть органом Центрального комитета, иначе она вредна. Иначе она выродится в охранку или в орган контрреволюции. Вы нас задерживаете. Поторопи, поторопи. Ты понимаешь? Савельев, просмотри. Товарищ Ефимов. Ты всех известил членов бюро? Всех, Петр Михайлович. Только вот Колесникова никак не могу найти. Он знает. Минуточку. По-моему, хорошо. Да. Немедленно отправь в редакцию. Передавай. Да. Позвони Григорию. Хорошо. Здорово. Ну что, есть новости? Вот, послушай. Ну? Очень веселые новости. Комиссия установила, что обвал на Соколиной горе – это, несомненно, диверсия. Что? Нужно сказать, что эта диверсия по своему характеру не похожа на все, с чем мы до сих пор сталкивались. Здесь дело гораздо глубже. Есть какие-нибудь факты? Лесник Иван Герасимович. По этой фотографии опознал человека, который к нему приходил. Так, так, так. Его фамилия Крючков. Это исключенный из партии троцкист, из группы Карташова. Ну, а какая тут связь между... Слушай дальше. Сегодня ночью на улице Восстания
был раздавлен машиной рабочий красного металлиста Дронов. Есть основания думать, что это убийство. Дронов тоже исключенный из партии. Тоже карташовец. В прошлом приятель Крючкова. Ты понимаешь? Позволь, позволь. Значит, если сопоставить все эти факты, неужели троцкисты? Как видишь. Это чудовищно. Это, конечно, чудовищно. Но это факт. Пашкин, распорядись послать несколько пайков в больницу. Там нуждаются в масле и сахаре. Хорошо, Петр Михайлович. Вот, Петр Михайлович, ты всегда обвиняешь меня в загибах и нечуткости. Вот, пожалуйста. Давай будем нервничать про себя. С благодушием надо кончать. После того, что случилось, мы не имеем права доверять никому, ни одному человеку. Ты призываешь не к бдительности, а к мнительности. Да лучше мнительность, чем благодушие. Ты прав. Благодушие — это болезнь дураков. Но если бы я слышал этот призыв повального недоверия не от тебя, я бы подумал, что это провокация. Ну вот, спасибо. Ну что? Есть. Вот. Вот что, товарищ. В Воткинской больнице лежат 19 человек. 19 наших товарищей. За это нужно отвечать. Мы многого еще не знаем. Мы еще точно не знаем, где засели враги и какие подлости они нам готовят. Но мы знаем, то, что произошло на канале, это не случайность. Это удар по психологии рабочего, по ударничеству, по нашим людям. Мерзавцы поняли, что люди для нас самое дорогое. И второе, что мы твердо знаем. Народ требует, чтобы мы очистили советскую землю от всякой нечисти. И мы это сделаем, товарищи. Тебе не помешает, если мы поговорим в полном объеме? Честно говоря, побаиваюсь. Крючков мог предупредить только свой человек. Понятно. Правильно. Заседание бюро объявляю открытым. Вершинин, тебе полчаса хватит? Думаю, хватит. Давай, начинай. Товарищ. Да, минуточку. Савелий Миронович должен уйти. Дадим ему сначала. Я очень коротко, товарищ. Комиссия партийного контроля предлагает проверить личные дела членов партии. Они в анекдотическом состоянии, товарищи. Даже дела членов крайкома. Например, у товарища Шахова по личной карточке получается, что он вступил в партию за год до своего рождения. У товарища Колесникова украли 3 года стажа и 1 выговор. По личной карточке второго секретаря крайкома, товарища Земцова, неясно, где он был с 11 года по 13. Целых 2 года, Михаил Степанович. Ну и так далее, и так далее. Так вот, прежде чем требовать от других, нужно навести порядок у себя. Правильно. Начинаем с завтрашнего дня, о чем ставлю вас в известность. Все. Савелий Миронович. Ты что? Сейчас. Товарищи, это очень большое и нужное дело. И мне кажется, что Петру Михайловичу или мне, поскольку он занят, нужно войти в эту комиссию. А я предлагаю Колесникова. Он кровно заинтересован в восстановлении выговора. Давай, Вершинин, начинай.
Михайлович, что же это происходит? Ведь в такой атмосфере невозможно работать. Что такое? Секретаря тайкома как преступника допрашивает битый час. Где был, что делал, чего, почему, когда. Что это такое? Если я кому-то мешаю, я уйду. Но издеваться над собой я не... Извини меня. Какие вы все нервные стали. Нет, пойми ты. Но можно было попросту, по-партийному. Зачем нужен был Вершинин? Зачем вообще создавать нервную атмосферу? Значит, тебя обидела не суть, а форма разговора. Ну, конечно, форма. Ну, они меня тоже мучили 2 часа. Какая-то дура напутала в учетной карточке, а мне отдувайся. В конце концов, выяснили этот сложный вопрос? Да выяснили. Ну, слава богу. А где ж ты был с 11 по 13 год? В Иркутске, в Красноярске. А разве ты в Омске не был? В Омске? Нет, не был. Ты в совхоз не хочешь проехаться? Позволь, позволь, как же так? Ты был арестован в 11 году. Сидел в Орловском централе. И был приговорен к ссылке в Омск. И оттуда, по твоим рассказам, ты бежал за границу. То есть я был действительно сослан в Омск. Да. Но потом меня вскоре перевели в Иркутск, так что я фактически в Омске не был. Я поехал в совхоз. Михаил Степанович. Да? Минуточку. Присядь, пожалуйста. Что с тобой? Черт его знает. Неладно у нас получается. Понимаешь, Вершинин настаивает, что его мог предупредить только свой человек. Ну, этого, который приходил к леснику. Так. А в комнате нас было 4. Ты, Кац, Вершинин и я. Неужели кто-нибудь проболтался? Черт, его знает. Слушай, ты никому не говорил об этом. А почему спрашиваешь именно у меня? Ведь нас было 4, а потом подошел Колесников. Да. Потом подошел Колесников. Сколько времени ты был в Омске? Я не понимаю, чего ты хочешь? Я считаю, что у тебя я имею право спросить все, что мне кажется неясным. Так же, как и ты меня можешь спросить. Решительно все. Сколько времени ты был в Омске? Ну, Господи. 1,5 месяца. Врешь. Врешь. Год. Я требую прекратить издевательство. Я хотел знать только правду. В Омске была разгромлена подпольная типография. По материалам из Спарта ты в это время был в Омске, и ты это скрыл. Довольно! Склоку затеваете, дела чьете! Не выйдет! Не выйдет, товарищ Шаков! Я никогда не думал, что ты можешь так кричать. Значит, ты не хочешь сказать, что ты делал в Омске? Нет. Пусть меня арестуют,
и допрашивает в ГПУ. Это, кажется, единственный способ себя реабилитировать. Хорошо. Вершинина. Булан. Идиот. Вершинин, какие новости? Здорово. Я за тобой, Михаил Степанович. Что? Ах, вот оно что. Револьвер в заднем кармане. Можно опустить? Идемте. Оказывается, не я, а Шахов заболел мнительностью. Простите. Почему дверь не закрыта? Здравствуйте, Илья Васильевич. Здравствуйте, дорогой мой. Вы? Я. Я. Ну? Как живете? Как живете? Ничего. Благодарю вас. Отлично. Отлично. Чаек распиваете? Ну что ж, отлично. Попьем, поговорим, вспомним доброе старое время. Настоящий мартель. В вашей провинции, наверное, этого нет. Зачем вы приехали? Сегодня 5 сентября, Сергей Васильевич. Забыли? Мне сегодня стукнуло 50. Да-да. Только вы девушкам не говорите. Может быть, мы поговорим о деле? Или вы приехали праздновать свой день рождения? Да, черт возьми. День рождения. День рождения. Если говорить по совести, я не думал, что мое 50-летие мы будем праздновать в такой обстановке. Да. Я думал, мечтал. Мечты, мечты. Да.
Мне было 15 лет. Я был страшно влюблен. Девочка с такими смешными косичками. Теперь же не носит таких. Я держал ее руку и говорил: право на жизнь имеет только тот, чье дело войдет в историю. Каково? Ну, из истории нас, кажется, вышвырнули. Ничего подобного. Ничего подобного. Пытаются нас выгнать. Но мы еще поборемся. Мы еще будем драться за свое место. Выпьем за место в истории, Сергей Алексеевич. Не хотите? Почему вы такой недовольный? Дорогой мой, понимаю. Вы устали ждать? Устал? Но теперь уже недолго. Теперь скоро. Приберегите это для других. Я эти скоро хорошо знаю. Бросьте врать. Мы каждый день ждем провала. Земцов? Да вы чудо. Превосходно. Превосходно, что его взяли. Они хотели без нас обойтись. Своими силами. Ну вот, пожалуйста. Где их Земцов теперь? Где? Теперь мы будем диктовать условия. И мы будем требовать. Правда, мы несколько проиграем в глазах общественного мнения. Но зато мы имеем поддержку и материальную базу. Скажите просто, нас купили, и вы предлагаете продаваться дальше, так? Ничего подобного. Да ничего подобного. Тогда скажите прямо, чего вы хотите. И не тяните. Вы были когда-нибудь в Альпах? Ну? Так вот, маленький камушек срывается с вершины горы. В своем падении он увлекает другие побольше. Потом еще, 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 и вот тысячепудовые громады с грохотом неудержимо стремятся вниз, уничтожая на своем пути все. Нам нужен первый камушек. Первый, Сергей Васильевич. Вот за этим первым камушком я и приехал. Что вам даст убийство Шахова? Это необходимо, голубчик. Нас обвиняют в нерешительности. Требуют доказательства нашей силы, готовности. А, не выдержал сердечко, а? У всякого человека есть сердечко. Просто не балаганить. Неужели вы не понимаете, что я в это не верю? Не верю! Ни во что я не верю. Не верю в то, что вы сейчас будете обещать вооруженную поддержку, восстание, победу. Не верю. Сергей Васильевич, что с вами? Не бойтесь, не бойтесь. Согласен. Я теперь на все согласен. На все, что прикажут. Шахов так Шахов. Только мне не врите. Ради Бога только не врите. Ведь вы сами хорошо знаете, что мы дерьмо. Батюшки, а? С приездом, Алексей Дмитриевич. Спасибо. Аккуратен, как Бог. Ну как вам не стыдно? Вы же знаете меня не первый год.
Я никогда не шел на авантюры и никогда не пойду. Но поверьте, иного выхода нет. Вы думаете, они ограничатся тем, что сняли вас с работы? Сегодня ночью арестовали Авдеева. Поймите, Брянцев, если мы опоздаем, нас продадут. Продаст Земцов, выдаст Авдеев, и тогда конец. А если ударим? Я сам читал письмо Троцкого. Наш выстрел будет сигнальной ракетой, началом того, к чему мы готовились все эти годы. И потом, Брянцев, неужели вам не хочется расквитаться за все? Брянцев, перестаньте болтать. Говорите коротко, где и как. Спасибо. Слушайте, 23-го Шахов будет делать доклад на слете ударников. Поняли? Смотрите. Он придет сюда ровно в 7 часов вечера. Поднимется по этой лестнице. Пройдет здесь. Отсюда он пройдет в вестибюль. Мимо статуи летчика. Вот здесь, в нише. Видите? Обращайте внимание на детали. Из вестибюля он пройдет на сцену. Другого хода, кроме этой двери, там нет. Отметим ее крестиком. А вот здесь вы будете стрелять. А вот тут коридорчик. Здесь окно в тихий переулок. Там вас будет ждать машина. Ну, а потом... Потом... Какой системы у вас? Браунинг. Не годится. Может отказать. Я вам дам наган. Сегодня вы уедете. В город вы вернетесь только 23-го. Его найти? Не знаю. Ведь он у меня весь день носится. В календаре посмотреть? Хорошо, сейчас посмотрю. Сейчас. 8:30, детдом. Жилстрой, 9:30. Каналстрой. Вот тут не совсем разберу. Красный. Да-да. Красный металлист. И в 7 часов слет ударников. Да понимаю я. Но закончить крепление откосов по меньшей мере до отметки 89. Я обязан? Обязан. Шпонки залить надо? Надо. Надо закончить монтаж щитов, убрать водобоин. Знаю. Все знаю. И все-таки надо, Семен, под 20-го по этому паркету гуляла рыбка. Ну что за престольный праздник 20-го? Ну, объясни мне, что за спешка? Петр, правительственное задание я выполняю с лихвой. Времени ждет, у нас еще столько работ впереди. А мне вот побриться некогда. Вот это плохо. Так вот что, Семен, ты побрейся. А вечером на слете ударник порадуй народ. Порадуй, что 20-го ты приглашаешь всех к себе на торжественное открытие канала. Так что ли? Ну, Сеня, устроились? Да ну! Вот, уже гость.
изъявится. Вершинин! Фарсатова пьем! Вот Семен угощает. 3 часа за тобой гоняюсь. Всем обрадуюсь. Земцов сознался. Ну? Разведчик с 21-го года. Агент охранки с 11-го года. Великолепно знал о диверсии на строительстве. И он же предупредил о леснике. Связи установлены? Всякая нечисть. Троцкисты, зиновьевцы, эсеры, офицерье. Даже один масон затесался. Но самое чудовищное то, что душой этого дела оказался Карташов. Карташов? Да. Я его сегодня ночью арестовал. Пошли. Где Брянцев? Не знаю. Может, вы все-таки скажете, где Брянцев? Не знаю. Значит, не хотите сказать? Это чемодан? Мой. А не Карташова? Ну все. Пойдемте. Петр Михайлович, дорогой, я вас жду. Владимир Николаевич, здравствуйте. Что, невозможно. Что такое? К 20-му каналу? А, да, никак да. Именно 20-го. Нет. Надо, надо. Так что, Владимир Николаевич, вы нас не подводите. Это необходимо. Петр Михайлович. А, здравствуйте. Ну, как самочувствие? Спасибо, не здравствуйте, Владимир Михайлович. Когда танцуем на свадьбе? Да уже, Петр Михайлович. Как? Ну, поздравляю. Значит, воспитание закончено. Thank you.
довольны? Идем, идем, пей, пей, пей. Пей, пока пьет. А что пьем? Слыхал? Грозится 20-го канал открыть. Слышал. Чудесная будет штука. Ну, Сеня, за твой успех. Спасибо. Володя. Здоровья. 20-й-то 20-й, а турбины-то в срок дашь? Не беспокойся, не подведем. Ну, то-то, за Володю я отвечаю. Да, Владимир Петрович, теперь все зависит от тебя. Меня волнует, Петр Николаевич, понимаю. Понимаешь, какое дело? Да нет, все будет. Петр Михайлович! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Петр Михайлович! Петр Михайлович, а почему вы слово не держите? Какой? Вы обещали нам яхту за 14 час. А где же я? Ой, забыл. Честное слово забыл. Будет яхта. Обязательно будет. Петр Михайлович, а на соревнования по плаванию не едете? Когда? В выходной день. Приеду. Не привет. Ну. Товарищ Федотин. Здравствуйте. Привет. Что же это вы? Денег у вас куры не клюют. Самый богатый колхоз в крае, а избу читальню строить отказались. Петр Михайлович. Да что видеть? Отказались? Отказались. Отказались, потому не по-хозяйски. То есть? Мы клуб новый строим. Каменный. Двухэтажный. Из кино. Точка. Даюсь. Металл, металл. Товарищ Анутин, да. Яблоки ваши очень понравились. Очень. Только люблю. Мало. Давайте больше. Садов больше. Мало, Петр. Садов мало. Надо сажать. Вот я об этом с вами хотел поговорить. Я тоже хотел с вами поговорить. Может быть так. Завтра часиков в 10 вы ко мне заходите. Зайду. Мы все это... Непременно это зайду. Очень интересное непременно дело. Непременно зайду. Очень интересное. Зайду, зайду. Заходите. Петр Михайлович, ну, как ты себя чувствуешь в роли директора? Ой, трудно, Петр Михайлович. Трудно? Трудно. Так. Слушай, ты никому не говори. Что? Мне тоже очень трудно. Да это я знаю, Петр Михайлович, но мне необходимо. Надо начинать. Время, время. Хорошо. А, спичному королю. Ну, как дела? Лучше, чем ожидал. Вот как? Благодарность получил. Вот тебе спиростая. Спасибо. Пожалуйста. Это не твое производство? Твое. Я их пятый день для тебя таскаю.
дорогие мои товарищи. Умер Петр Михайлович Шахов. Я вспоминаю слова, сказанные им еще в 25-м году. Можно обмануть одного человека, можно запутать его, запугать. Но нельзя обмануть тысячи большевиков, тысячи коммунистов. Не может этого быть никогда. Партия большевиков строит новую жизнь, осуществляет вековую мечту человечества. И всякого, кто встанет на ее пути, кто попытается остановить нашу работу, народ уничтожит. И народ, победивший народ, уничтожал их, уничтожает и будет уничтожать. Священная беспощадность к единицам во имя счастья миллионов, вот мысль, которой он жил, которую он выносил и за которую его предательски убили. Умер Петр Михайлович Шахов. Он был такой же, как мы, только чуточку выше. У него были такие же глаза, как у нас, только немножко зорче. Он думал о том же, о чем думаем и мы, только гораздо глубже. Про одних говорят, умер великий мыслитель. Говорят, умер великий художник. А он был гражданином, таким же, как мы, только больше. Он был великим гражданином. У него была великая вера, великая любовь и великая ненависть. И это он нам завещал. Великую ненависть к нашим врагам, великую веру в нашу победу и великую любовь к народу, к партии.